Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 427 упражнение. Необходимо рассмотреть рисунки, ответить на вопросы, какое время они показывают, и составить предложение, используя разные способы обозначения времени. Давайте выполним. По радио передали. Московское время 18 часов 10 минут. Мама крикнула: «Пора домой! Уже 10 минут седьмого!» Дополнительное время футболистам было дано в 20 часов 57 минут. Я лег в постель и взглянул на часы, без 3 минут 9. Я пришел к школе около 2. Учительница строго сказала, чтобы без 1:45 все были в сборе. В программе телепередач было написано, что этот фильм начнется в 13:45. Также необходимо выполнить разбор числительных как части речи. 20 числительное дано когда в 20. Начальная форма 20, простое, количественное, целое, в винительном падеже предложение является обстоятельством. Около 2, числительное, пришел когда, около 2, начальная форма 2, простое, количественное, целое, в родительном падеже обстоятельство. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.